Сейчас у нас начинается первый блок. Первый докладчик Павел Ковалев, заместитель генерального директора компании WebSoft. Я буду модерировать. Меня зовут Александр Суровцев. Мне будет временами помогать мой помощник Григорий Костенчук. Вы можете со всеми вопросами к нам обращаться. У нас предусмотрено 20 минут на основную часть, на презентацию. Потом будет возможность задать вопросы. Я подойду с микрофоном ко всем желающим. Поэтому... Мы начинаем. Еще раз повторяюсь. Первый докладчик Павел Ковалев, заместитель генерального директора компании WebSoft. Наверняка вы все его знаете. Начинаем. Коллеги, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Я сегодня буду рассказывать, может быть, некоторые базовые вещи, но мне кажется, достаточно важные. И начну с того, что мы Сегодня уже говорили про наш небольшой юбилей. Как говорил Алексей Корольков, 20 лет компании WebSoft. Но нашему проектному направлению немножко меньше. Если кто-то из вас интересовался историей, то WebTutor в той версии, как он существует сейчас на платформе Microsoft, существует приблизительно с 2005 года. До этого был... WebTutor, сделанный на платформе Lotus Notes, Lotus Domino. И вот приблизительно с 2005 года мы занимаемся проектами по автоматизации различных HR-процессов на платформе WebTutor. И вот если посмотреть на время, которое прошло, вот что такое 2005 год? Очень любопытно в в тот момент был расцвет и одновременно закат эпохи кнопочных телефонов. Вот вы видите прекрасный телефон мечты того времени, который много чего умел, умел классно фотографировать, хорошо проигрывать звук. И в принципе можно было на этом остановиться, можно было пользоваться, радоваться этому устройству. Но оказалось, что жизнь течет, жизнь изменяется, и в 2017 году мы видим, что телефоны стали совсем другими. Есть iPhone, который не похож на тот старенький Nokia, который мы видели в 2005 году. И вот за этот промежуток мы увидели, что мир тоже немножко изменился. Все это время мы в основном на 95% работали с нашими клиентами по модели, то, что мы называем fixed price. Когда есть ТЗ, когда мы на берегу согласовали цену проекта. И дальше по этому ТЗ идем вперед, делаем, делаем проект классическим водопадным методом. И так мы работали 12 лет. И вот в 2017 году Приблизительно месяца через два после того, как вышел 10-й iPhone, наши клиенты дозрели работать с нами по Agile. И случилось невероятное. За меньше чем за год половина наших проектов мы теперь делаем по методологии Agile. Приблизительно половина наших программистов, которые занимаются проектами, заняты в этой истории. Что же это такое? И почему так произошло? Вот об этом я сегодня немножко расскажу. Как мы работали раньше? Как идут классические проекты по то, что я буду называть сегодня, вы это услышите десятка раз, фикс-прайс? До начала проекта мы согласуем ТЗ. Иногда ТЗ уточняется по ходу проекта. Начинается разработка. После того, как мы оценили трудозатраты, мы можем запланировать сроки, мы делаем в процессе проекта ровно то, что написано в ТЗ, а потом сдаем это заказчику. И причем, когда мы сдаем, очевидный наш интерес ⁇ это сделать не больше, чем написано в ТЗ, а очевидный интерес нашего клиента ⁇ получить от нас как можно больше сверх ТЗ, потому что деньги фиксированы, потому что ну, нам же нужно еще... Денег нет, поэтому здесь есть некоторая такая э, история с конфликтом, заложенным в саму модель. И модель работает хорошо, в ней заранее известна цена, это удобно. Но это так, если требования не меняются. Модель работает хорошо, потому что можно точно спрогнозировать сроки, когда у нас есть подробное ТЗ, когда мы декомпозировали. Требования на задачи и подзадачи мы можем, наши опытные разработчики могут прекрасно спрогнозировать сроки, но опять-таки все это происходит, если требования не меняются. А что мы видим в реалии? Мы видим, что требования оказываются неполны. Невозможно было на этапе разработки ТЗ предусмотреть все, что хотелось сделать. Мы видим, что требования понимаются по-разному по по-разному нами и нашим клиентам на этапе сдачи приемки. Мы показываем реализацию и говорим, вот смотрите, пункт СТЗ реализован правильно, то, что мы сделали, выполняет те требования, которые написаны. Клиент говорит, а мы имели в виду другое. И, наконец, требования меняются. Совершенно классическая ситуация, то, что именно в тот момент, когда мы начинаем сдавать проект, клиент осознает, а что ему нужно было на самом деле. И поэтому мы видим: вместо прекрасной картинки ТЗ реализации тестирования сдачи приемка, мы видим совсем другую и совсем некрасивую картину: что в момент задачи приемки у нас вылезает а, куча доп-требований или несогласий. И у нас начинается допиливание решения, потом мы повторно сдаем, потом снова что-то не так, и мы снова допиливаем и снова сдаем. И наш красивый проект, который должен был завершиться за 4 месяца а, за 1000 рублей, а, оказывается длится не 4 месяца, а 6 или 7 или 8. И а, возникает большой вопрос по поводу стоимости, потому что либо клиент соглашается, что это дополнительные а требования, и ему нужно их оплатить, нужно выделить дополнительный бюджет, а это бывает сложно. Нужно подписать допсоглашение на то, чтобы выполнить эти дополнительные работы, а это тоже бывает сложно. Вот либо клиент пытается получить дополнительные работы за те же деньги, и тогда уже это неудобно нам, и у нас происходят споры и иногда даже конфликты, заложенные в саму модель. А главное, что сроки плывут, и клиент не получает то решение, которое он хотел получить в тот срок, который был заранее запланирован. И как решение этой проблемы, которая, естественно, есть не у компании WebSoft, а есть у всех разработчиков, которые работают по такой модели, как решение были уже много лет назад предложены гибкие методологии, то, что называется Agile. И, как я сказал, только сейчас, в конце 2017 года, в умах наших уважаемых заказчиков, и в наших реальных практиках, в головах людей, которые отвечают за договоры, за закупки, случился глобальный переворот. И мы видим, что теперь многие и многие готовы работать по этим гибким методологиям. Что же это такое? Возможно, многие из вас интересовались Agile, интересовались тем, как делаются такие проекты, знают, что такое Scrum. Я сегодня расскажу об этом нашими глазами, с нашей перспективы. Если это кому-то известно, прошу меня великодушно простить. Но мне кажется, что это будет важно, чтобы мы пришли к некоторому общему пониманию, если вы в дальнейшем обратитесь к нам по поводу каких-то проектов, вы будете понимать, что мы, наша компания, мои коллеги, понимаем под Agile и как мы можем с вами работать. Поэтому я начну с каких-то азов, и дойду до определенных преимуществ, которые мы здесь видим. Для того, чтобы запустить работу по гибким методологиям, обычно нужна определенная подготовка. Вся идея ⁇ это итеративный подход. Когда мы не пытаемся сразу написать ТЗ, мы не пытаемся сразу составить план работы на весь проект, а мы идем итерациями или из методологии Scrum берем терминологию, говорим, идем с принтами. Соответственно, требования у нас фиксируются не в документе, который называется ТЗ, а в списке, который называется бэклог. Затрудняюсь перевести этот англоязычный термин адекватно на русский язык, но условно это список задач, ожидающих своей очереди. И такой бэклог есть у проекта, и на каждый спринт мы формируем бэклог для этого спринта. Поэтому вначале при подготовке к Agile проекту мы изначально должны наполнить бэклог определенными требованиями. Потом мы формируем бэклог для первого спринта, выполняем разработку, демонстрируем результаты наших работ клиенту, смотрим, что нужно изменить смотрим, какой план нужно составить на следующий спринт, и эти итерации повторяются. И мы все более и более приближаемся к законченному продукту, когда все продукт готов, проект можно остановить, но идея при этом такая, что мы на каждом спринте, в конце каждого спринта, делаем что-то готовое, что-то, что можно и продемонстрировать, и, может быть, даже запустить. Требования при этом, работа с требованиями отличается достаточно сильно от того, как пишется, писались традиционные ТЗ. На самом деле уже много лет назад продвинутые IT-компании пропагандируют взгляд на требования, используя так называемые use cases, сценарии использования. В Agile сделан еще один шаг, и от сценариев использования, сделан переход к пользовательским историям, которые формулируются в терминологии ⁇ Я, как, например, рекрутер, хочу видеть список кандидатов, чтобы выбрать наилучшего кандидата для моего заказчика ⁇ И в отличие от написания функциональных требований со словом ⁇ должен ⁇ информационная система должна, сделать список, должна показать список кандидатов на странице такой-то. Вот. Вместо написания документа со сложной структурой, на, иногда на десятки, а иногда даже на сотни страниц, мы требования описываем в виде таких пользовательских историй, которые всегда короткие. Когда, которые акцентируют внимание на действие и, главное, на результате этого действия. Потому что каждая польская история сопровождается некоторыми критериями приемки, в которых описывается а, а, набор, набор а, некоторых, некоторых проверок, а, которые показывают, когда можно считать, что польская история реализована. И тогда работа с... Планированием работ по проекту выглядит приблизительно следующим образом. Мы изначально наполнили бэклог проекта некоторыми начальными пользовательскими историями, сформировали бэклог для первого спринта, выполнили этот спринт, продемонстрировали его результаты, и в этот момент мы понимаем, что у нас возникают некоторые дополнительные пользовательские истории например, основываясь на опыте удачном или неудачном работы по первому спринту, они попадают в бэклог проекта, затем формируется следующий спринт, бэклог следующего спринта. Соответственно, в такой модели мы обычно идем спринтами длительностью один месяц, иногда длительность спринта может быть меньше, 2-3 недели, но иногда это может быть больше, когда нужно сделать что-то действительно технологически сложное. Но в целом мы ориентируемся сами и ориентируем наших клиентов на тот срок, который нам кажется оптимальным, это один месяц. Есть определенная структура взаимодействия между нашим заказчиком и нами. У заказчика всегда есть некий product owner, владелец требований, который является основным контактом в части тех user stories, которые нам передаются, и с которым мы эти user stories, пользовательские истории детализируем до того уровня, когда их можно передать разработчикам. В классическом скраме, как вы, может быть, хорошо знаете, есть роль скрам-мастера, который является фактически посредником между Продукт-оунером и представителями заказчика и разработчиками, и который следит за выполнением процесса, который помогает этой команде работать как единое целое. Честно говоря, в проектах, где у нас есть наша команда разработчиков и есть заказчик, мы не можем каждый день встречаться роль скрам-мастера может отсутствовать, но важно, что со стороны веб-софт выделяется руководитель проекта, который берет на себя некоторые функции скрам-мастера. В частности, он отвечает за организацию работ со стороны веб-софт. Он отвечает за то, чтобы мы следовали процессу. Если это не так, то он общается на эту тему с нашим клиентом. Важно, что важно очень для нас, чтобы формирование бэклога для следующего спринта происходило по обоюдному согласию. Автобус не резиновый. Нельзя за один месяц сделать слишком много. И не следует делать слишком мало. Здесь есть некоторый баланс между производительностью команды и теми требованиями, которые передаются. Опять-таки, команда может быть чуть больше, может быть чуть меньше. И Важно, когда мы работаем с клиентом, что мы все-таки стараемся работать как единое целое. Здесь нет такой четкой, четкого разделения заказчик-исполнитель. Все-таки в Agile мы одна команда, мы рассчитываем на то, что наши клиенты вместе с нами будут принимать, например, участие в совместном тестировании результатов каждого спринта. Как некоторые следствие из предыдущего слайда, я могу сказать, когда Agile точно не будет работать. Во-первых, когда заказчик не может работать с нами по модели Time and Materials с фактической оплатой за отработанное время. Это является некоторым краеугольным камнем, на котором стоит Agile и TNDM. Это является некоторым предусловием. Далее, не может Agile работать, когда... Заказчик не вполне доверяет нам, или мы не вполне доверяем заказчику. Это все-таки история про командную работу. В частности, смотрим про планирование спринтов. И очень часто мы видим, что Agile не работает, когда заказчик все-таки не принимает Agile всей душой. Вот мы слышим, что Agile это здорово, а на самом деле мы не прониклись этой идеей. Мы в нее не до конца верим. И что тогда получается? Мы слышим такие вещи, как: давайте вот у нас в рамках проекта нам нужно автоматизировать пять бизнес-процессов. А давайте мы по каждому бизнес-процессу сделаем один спринт. Первый спринт бизнес-процесс А, второй спринт бизнес-процесс Б и так далее. Очевидно, что эта история про фикс-прайс. Заказчик думает, что это джайл, а это фикс-прайс. Или история, когда заказчик не может приоритизировать. Помните картинку с бэклогом проекта? В, э, из бэклога проекта задачки перекочевывают в бэклог спринта. Но что должно туда перекочевать? Задачки, имеющие наивысший приоритет. Если заказчик говорит, у нас все имеет самый высокий приоритет, давайте сразу все делать, следующий спринт надо сделать вот просто вот-вот-все. Но это невозможно, это не будет работать. И не работает история, когда со стороны заказчика нет э, команды, которая готова принимать решения быстро, э, чтобы согласования происходили, ну, если не мгновенно, то в течение, э, допустим, одного-двух дней. Потому что если мы план работы на следующий спринт будем согласовывать две недели, а что будет делать наша agile команда? Две недели стоять или нам этих людей перекинуть на другие проекты? Вот это точно не работает. Поэтому э, есть определенные там, стиле ведения бизнеса, когда, может быть, от, в эту agile историю вступать не нужно. Но, как я сказал, приблизительно с половиной наших а, заказчиков сейчас это вполне работает. Некоторое быстрое сравнение характеристик фикс-прайс-проектов и agile-проектов. Если мы говорим про границы проекта, рамки проекта, объем, скоп, как угодно это можно называть, то понятно, что в случае фикс-прайс этот скоуп фиксирован. И вообще говоря, его изменение является нежелательным, потому что от этого проект плывет. В Agile наоборот, скоуп плавает. Это очень важно понять, что мы совместно управляем рамками проекта тем, что мы будем делать. Что у нас с длительностью. Длительность проекта, как мы уже обсуждали, в случае фикс прайс зафиксирована, но может поплыть. В случае agile у нас есть Четкая длительность спринта. Возникает вопрос: а сколько проекта займет? Мы же не можем начать проект, когда мы не знаем, мы не можем руководству сказать, что мы сделаем что-то через N месяцев. Ответ очень простой: Сроки есть всегда. Но чтобы в них уложиться, мы управляем здесь требованиями. Мы всегда решаем, что нам нужно сделать. Мы всегда в очередной спринт включаем задачи наивысшего приоритета. И тогда оказывается, что мы прекрасно можем успеть сделать проект в сроке, который меньше, чем если бы мы делали этот проект по фикс-прайс. Это показывает наш реальный опыт. Обычно проекты по оценке персонала, например, которые мы делали для наших клиентов, занимали ну, не меньше четырех месяцев. В... В начале этого года мы запустили проект по оценке персонала в крупном банке по модели Agile за полтора-два месяца. Ну, просто такой пример. Ну и с ресурсами история понятна. Если в случае фикс-прайс проектов трудозатраты, ресурсы могут поплыть, в Agile мы формируем стабильную команду, которая работает на протяжении проекта с заказчиком. И нам действительно на берегу нужно решить, приблизительно оценить, сколько нам нужно аналитиков, сколько разработчиков, выбрать правильный размер команды, чтобы двигаться с нужным ритмом. В заключение скажу о преимуществах, которые мы видим в такой работе. Ну, Во-первых, возможность гибко вносить изменения в проект — это огромное преимущество. Если мы начали что-то делать, поняли вместе с клиентом, поглядев на результаты первого спринта, что мы делаем что-то не то, что мы идем не туда, мы быстро можем это заметить, мы быстро можем это изменить. Вспомните то, с чего я начинал. В случае с фикс-прайс проектами обычно заказчик выясняет, что сделано не совсем то или совсем не то, что ему нужно, только тогда, когда уже все сделано или почти все сделано, и мы начинаем сдачу-приемку. Здесь мы можем очень быстро корректироваться. Далее мы всегда делаем только самое важное. Мы выставляем приоритеты. И мы видим, что это позволяет нам очень быстро получить работающий прототип. Заказчик может очень быстро посмотреть на этот прототип и сказать, что ему на самом деле там не хватает, а что может подождать. Всякие бантики мы навешиваем потом, когда у нас есть уже хороший, работающий функционал. И может быть даже потом мы выясним, что эти бантики на самом деле-то и не нужны. Но это некое совместное решение. Дальше, что очень любопытно. Заказчик в этой модели с нами в одной лодке. Он думает, на что расходовать бюджет, а на что не расходовать. И поэтому стоимость таких проектов получается меньше. И самое любопытное, что работать по Agile можно в ситуации, когда у заказчика есть фиксированный бюджет и фиксированная стоимость. Казалось бы, это противоречие, но оно разрешается очень просто. В ситуации, когда у нас есть фиксированный бюджет, в который нужно писаться, чем мы можем управлять? Требованиями. То есть мы, опять-таки, в силу того, что мы сначала делаем все самое важное, мы можем быть уверены. Но, естественно, мы говорим, что, например, проект может, занять, может стоить от полутора до трех миллионов рублей, если у вас есть на этот проект... 500 тысяч рублей, ну, точно не надо начинать. То есть какой-то вот такой фидбэк мы заказчику всегда дадим. Дальше, если вы выделили э, бюджет в каких-то границах, например, по меньшей границе, полтора миллиона, окей, это мало, допустим, для некоторого проекта, но мы будем вписываться вместе в эту сумму. Или вы выделили четыре с половиной, потому что вы понимаете, лучше я забюджетирую побольше, я эти деньги не истрачу, мы потом их на что-нибудь еще пустим. Нормальный подход. Мы всегда можем вместе решать, как правильно поступить с тем бюджетом, который есть у заказчика. Хотел бы закончить все, что я хотел вам рассказать. Я вроде как успел. Если есть несколько вопросов, я попробую на них ответить. Спасибо. Сейчас я подойду. секунду. Федор Марин, компания теле Спасибо большое. Очень хороший доклад. И, надеюсь, презентацию мы потом сможем найти. Спасибо, конечно. Есть пара вопросов. Наверное, выберу самый такой из них важный. Что посоветуете сделать, если компания заказчика как бы всеми силами, что называется, топит за agile? Ну, это наш кейс. То есть у нас все такие, как бы мы agile, у нас agile. Но по факту, так как компания большая, многие бизнес-процессы ну, не совсем успевают как бы, по этому agile работать. Вот. Ну, я говорю, например, про согласование там, финансов, да, выделение IP на работы с вашими партнерами. Вот. Что посоветуете заказчику в этом случае, продуктовному, по, су по сути дела, то есть нам, да, людям, которые вот этими процессами пытаются что-то с ними делать, но они очень медленные. То есть, ну, вот у нас вот ваша последняя трапеция, да, вот фиксированная стоимость при agile. как сделать так, чтобы максимально эффективно с этим работать при вот бизнес-процессах, которые старые и медленные еще. Ну, если я правильно понимаю, то основной вопрос это как преодолеть всякие барьеры а, в виде отдела закупок, который работает по а, там, классической истории. Я приведу пример диалога с клиентом, специально не буду его называть. А, там такая же история, они говорят: IT-группа, IT-департамент говорит: да, agile, конечно, мы все понимаем, будем работать по agile. Но, знаете, мы договор с вами по фикс-прайс заключим там требования какие-нибудь приложим придумаем вот приложим к договору и он будет выглядеть как обычный фикс-прайс договор а дальше а, у нас в договоре будет история закрытия а, работ этапами а, делается этап работ закрывается актом выплачиваются деньги и знаете что мы эти этапы будем закрывать ежемесячно и а, то есть если мы доверяем вот этим коллегам из IT, понимаем что да так и будет. А это клиент, с которым мы работаем ну, лет 10, наверное, уже. Мы друг другу, в принципе, доверяем. И мы плюем на этот отдел закупок, мы подписываем договор по какой-то фикс-прайсовой вот истории, а внутри него придумываем, как работать по ЭДЖАТ. Ну, возможно, это вот одно из решений. Еще вопрос, коллеги? Если нет, спасибо большое. Тогда как раз время передать микрофон следующему докладчику. Спасибо.